Максим сыграет свои пьесы для инструмента этого и вот, может быть, Москова. Максим, ты скажешь, да? Если я начну что-то рассказывать, это очень-очень надолго, потому что я начну тоже цеплять очень разные темы, которые рядом, и это долго. Я, наверное, лучше больше покажу музыку, да? Собственно, моя, ну, собственно, я Максим Анухин, это проект «Будимир», вы можете найти меня в интернете, на YouTube и так далее. «Будимир». Гудьба миру. Это так, я это перевожу. Собственно, я ну, так скажем, представитель академической гусиной Санкт-Петербургской школы. Школа нашей, собственно, берет начало в конце 19 века, то есть у Устиновича Смоленского. Собственно, я представитель этой школы, Санкт-Петербургской академической гусиной. И последние годы, лет, наверное, 15, я очень интересуюсь Индией как таковой, то есть индийской ритмикой. И сочетая индийскую математику с академической техникой классической гусиной, собственно, вот... еще и фольклор. Еще белорусский, марийский, чувашский фольклор очень люблю. Моя задача не нарушить изначальную мелодию, ну то есть так, как она мне пелась, так, как она мне передавалась очень волнуюсь, как она мне передавалась относительно. Моя задача не исказить ее, не искалечить, не изменить, а все, что дальше, все, что остальное, все, что собственно, вокруг этой темы, это то, что пишу я уже сам. Я просто исполню пару композиций, и одну, я надеюсь, мы покажем вместе с Владимиром.
рандомная композиция, которая называется «Мозги ракушки Фибоначчи».